Приветствуем всех на нашем канале. Сегодня я вам отчитаюсь о посадке сельдерея на зелень. Буквально 5 дней назад я проводила эксперимент, как вырастить зелень из такого обычного сельдерея стеблевого, который продается у нас в каждом супермаркете. И вот что у нас получилось. В предыдущем ролике ссылку я дам внизу в комментариях на тот ролик, где мы отрезали верхнюю часть стебля, стебельков, и оставляли вот такую вот кочерыжку. Потом мы ее поставили в воду, и вот через 5 дней, я вам показываю, уже появился вот такой достаточно большой росток, уже начали формироваться новые листики, то есть процесс идет, буквально я думаю, что дней через 5 у нас уже будет такая приличная шапочка из зелени. Мне уже не терпелось вам показать, что же у нас получается. Вот посмотрите. То есть это прям вот реальный способ, как получить в зимний период времени живую зелень сельдерея. Свежую, к вашему зимнему столу. Так что оставайтесь с нами, пробуйте, экспериментируйте и выращивайте зелень у себя дома. Всем пока!